Ваше Высочество, уважаемый господин президент Инфантино, дорогие друзья, у нас сегодня приятное торжественное мероприятие. Россия передает эстафетную палочку проведения чемпионата мира ФИФА по футболу государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира. Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022 году на таком же высоком уровне. И, разумеется, мы готовы поделиться тем опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года с нашими друзьями в Катаре. Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию объединять людей, объединять страны и континент. Спасибо. Ваш шукран. Thank you, шукран.